Заводу «Кроношпан» необходимо увеличить объем переработки древесины. Такое мнение высказал Андрей Назаров в ходе рабочей поездки в индустриальный парк «Уфимский». Премьер-министр правительства ознакомился с технологиями производства древесно-плитных материалов и обсудил с руководством завода перспективы развития. Он подчеркнул, что большая часть древесины доставляется из других регионов, и только 40% сырья приходится на Башкортостан. Этот показатель нужно увеличить в 2 раза, отметил Андрей Назаров. По его словам, создание индустриального парка «Уфимский» – это первые шаги на пути к созданию крупного бизнес-класса. В первую очередь речь идет о производстве мебели. Мебель в Башкортостане нужна. Мы достаточно большой объем потребляем для школ, для детских садов, для здравоохранения. И, конечно, хорошо, если это будет большей частью продукты, производимые на территории Республики Башкортостан. И в том числе вот здесь, на этом кластере, который будет вокруг Кроношпана, вокруг индустриального парка «Уфимский». Премьер-министр заявил, что власти помогут предприятию. Отметим, что на сегодняшний день на территории индустриального парка «Уфимский» строится производственный комплекс 20 тысяч квадратных метров. Такие компании, как «Утека» и «Армастил», уже заявили о готовности создать свое производство на базе парка.